Всем привет! У нас 19 января 2022 года. Снег лег, правда, он тает, мокрый, но лежит. И вот дети все время у меня просят погулять, поиграть в снег. И вот где бы мы ни пошли рядом с домом, везде выгуливают собак, и как-то вот куда-то зайти достаточно проблематично поиграть детям со снегом, потому что можно попасть во что-то такое неприятное. Поэтому мы поднялись по Акадошской лестнице и решили погулять в лесу. Здесь, по крайней мере, мне не страшно, что ребенок будет попробовать снег, и там будет какие-то продукты жизнедеятельности собачек либо кошечек. Правда, дороги все равно размыты, далеко нам уйти не удалось, мокро, много все равно грязи, и вот, ну, где-то вот прям между деревьями, если находили снег, то, конечно, дети с радостью в нем играли. Но так как далеко не ушли, то решили дойти до смотровой площадки, самой известной, где город прям как на ладони виден, и виден еще наш Приморский пляж. Красивая площадочка. Находится она недалеко совсем до нее идти. К ней ведет очень хорошая проторенная тропа. Если по ней идти, то вы, ну, никак не заблудитесь. Мы решили дойти. И вот такие красивые виды. 100 лет, кстати, не были. А тут Туапсе в снегу, и, конечно, как не поснимать его, тем более вот с такой высоты птичьего полета. Пошел еще снег, пока мы добрались до этого места. Но я могу сказать, что со снегом даже еще красивее. В любое время года интересно побывать на этой смотровой площадке. Все жители города, гости города, конечно, должны здесь побывать. А мы вот, налюбовавшись, идем обратно, потому что мы уже так наигрались в снегу, что мокрые все, и я тоже. Ну, если кто-то не знает, где эта площадка находится, то сразу говорю, то есть у меня есть много видео, посвященных Кадошской лестнице. Вы идете просто на эту Кадошскую лестницу и, не доходя один пролет до конца, поворачиваете налево. То есть вот есть большая широкая дорога, которая идет вдоль домов в левую сторону. И есть параллельно ей снизу тропинка. Вот по этой тропинке, если вы пойдете, то есть идите, не доходя один пролет до верха Кадошской лестницы. Есть тропа направо и налево. Если вы пойдете налево, то вы выйдете прямо на смотровую площадку. Нигде не заблудитесь и мимо точно не пройдете, потому что вы дойдете как раз до конца горы. Ну, а мы все уже бежим домой. Потому что снегопад, снегопад, ой-ой-ой. И мы все мокрые. Красота неописуемая. Всем спасибо за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, здоровья, всего самого наилучшего. Всем пока-пока.